Игры со временем. Выставку с таким названием открыли сегодня в Новосибирском краеведческом музее. Экспонаты современные. Фотографии. Что удивительно, ведь на них эпоха наполеоновских войн. Хотя первые дагеротипы появились гораздо позже. О том, как же авторам удалось снять эскадрон гусар летучих, мои коллеги. Приготовление пончиков с сыром и кунжутом, построение русской армии, беседа дам под ажурными зонтиками. Такой видит войну и мир 1812 года Андрей Гордасевич. Цитаты из произведения Толстого помогают раскрыть его идеи. Фотограф запечатлел реконструкции наполеоновских войн. Его задача именно показать связь времен настоящего и прошлого. На многих фотографиях мы не понимаем, когда они сделаны. На многих фотографиях убрана современность, а на каких-то она оставлена. И зритель пытается создать свою историю. Через эту фотографию автор рассказывает историю о виноградной улитке. Их завезла французская армия, и с тех пор моллюски живут в окрестностях Бородино. Фотограф запечатлел войну с непривычной стороны. На снимках не найти окровавленных тел или израненных бойцов. Прекрасно чувствует автор фактуру. И фактуру погоды, и фактуру света, и фактуру костюмов. И вот герои у него удивительные. Андрей Гордасевич любит путешествовать, снимает в России и Европе. За плечами множество наград и побед в международных конкурсах. Некоторые фотографии очень удачно передают. То настроение, именно то время, костюмы, какие-то детали. В Новосибирск выставка приехала из Московского арт-музея и продлится до 10 сентября. Кристина Углова, Алексей Погудин. Новости ОТС.